Партии «Единая Россия» подвели итоги работы волонтерских центров в текущем году. Это произошло 14 декабря в рамках первого социального онлайн-форума партии. В мероприятии приняли участие президент Владимир Путин, а также волонтерские центры партии «Единая Россия», развернутые во всех регионах. Глава государства высоко оценил усилия добровольцев. Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. Вот это в этом на самом деле в значительной степени есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека. Насыщенным год выдался и у волонтеров Десногорска. Ими было проведено 93 мероприятия, в том числе два собственных проекта. Один из самых ярких примеров – это всероссийская акция «Мы вместе», в рамках которой весной была оказана адресная помощь людям 65+ в количестве 300 человек. За 2020 год к волонтерскому движению Десногорска присоединились 77 человек. Теперь в нем 283 добровольца.